Всем привет! Все, кто долго ждали теста по поводу замера, вернее, по поводу вот этого установленного тройника на систему картерных газов, вот что я хочу рассказать. Сразу замечу первое, что после установки этого тройника у нас дроссельная заслонка перестала загрязняться. Когда я, до того, как я поставил этот тройник, я заглянул в дроссельную заслонку, там была просто жесть какая-то. Там была сажа с маслом, все толстым слоем было. Ну, короче, было страшно смотреть. Потом я поставил этот тройник, получается, нижний сапун я заглушил. Вот, вся система пошла через вот этот тройник, все у нас нормально работает. Вот, через 2 недели я заглянул в дроссельную заслонку, и она уже стала самоочищаться реально. Вот, потом, где-то еще через 2 недели я, получается, вот, устанавливал впуск, вот этот отверстый спорт. Вот, получается, все снял, заглянул туда. Все, заслонка прям чистая вообще стала. То есть она больше у нас теперь не загрязняется. Ну, масло туда у нас не летит. Это отлично. По поводу самого масложора, что хочу сказать. У меня расход был примерно там 200-350, даже пол-литра на 1000 километров. Получалось, все зависело от того, как я езжу. Большой расход у меня получался, когда, получается, я цеплял прицеп, 5 мотоциклов, полная загруженность машины. Ну, короче, ей было тяжело, вот тогда был расход пол-литра на 1000. Вот, сейчас же я, получается, проехал 1100 километров. 1100 километров я проехал. Ребят, машина постояла 40 минут. 40 минут она постояла. Сейчас посмотрим, что у нас получается. Так, сфокусироваться. Ну, практически. Ну, сколько тут, может, миллиметр? Миллиметра два, ну, за 1100 километров от уровня там 1-2 миллиметра, мне кажется, это совсем отличный показатель, отличный результат установки этого тройника, вот этого тройника. Так что тройник имеет место быть, я его оставлю, буду ездить дальше. Без него жрало гораздо больше, так что нормально. Всем рекомендую. Кому интересны размеры, пишите, напишу.